вспышка. Соса, он вспышку врубил. Издевается. А? Это Соса, он вспышку врубил. Кино снимаешь? Ты что, кино снимаешь? Да. Да. А я не знаю, что вы стоите. Разговариваем, разговариваем. Я не знаю, что вы стоите. Саша. Главное, главное, шевелиться в кино. Так, а где же он этот? Движение. Не, ну что за аппарат, который присосал, еще и вспышку врубает. Ой, играй, играй, гармошка. Ох, играй, играй, играй. Так можете разговаривать. Так, это уже видео, да? А слух есть? Так, это умница. Это очень грамотный. Образцов показательный. Это я вам говорю, хозяин вот этого специалист. Очень. А какой... хороший семьянин. Любой орган. Он на видео снимает. Я понимаю. Так что наговариваем, наговариваем ему комплименты. Он все равно потом сотрет. Когда не понравится ему, что мы наговорили. Эй, мы бороду повыщипываем кое-кому лучше. Ну снимай. Да. Ну, Владимир Борисович, не надо выщипывать, у него нету бороды. Тебе только усы осталось выщипать. Я побрился сегодня специально. Так посмотри, как он выбритый. Да. Что значит к женщинам шел? Да? Ау, что вы тут делаете? Ау, ау, ау. Смотри, ты не влазишь руками. Пришлось Саше отходить. Да? Это камера не лазит меня. Вот такой противный, Ванечка. Такой противный, это ужас один. Ты это ты только можешь вот с Александром Андреевичем. Он тебя поддержит. Да? Я объясню, в чем дело. Вот тебе... 56 я вложу. Ну, нормально. Ой, всего. Ну, тебя мы вас поддерживаем, да. Ага. Поддерживаем. Давай, Ванька. И даже подпеваем. Ах, яблочко! Даже стоял. Надоело мне жена, пойду к девочке. Вау, 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 вау. Ужас один. Ах, яблочко. А подскажи, Вань. Дальше. Надоели мужики, пойду к девочке. Ах, яблочко. Бля, заставили меня сыграть эти. Да не говори. Дворянина заставили на гармошке играть. Вы до чего довели человека? Вы же виноваты. Это баян сломался. А? Горин. На гармошке дворянина заставили играть. Вы что? А он на баяне играет. Почему? Он же дворянский крови, а вы его на гармошке заставляете играть. Так он играет. Да, ну так и... Милая моя, солнышко весное, где в каких краях? Милая моя, солнышко весное, где в каких краях? Встретишься со мною, кончит бою, кончит бою. Крылья расправил искатель, разлук самолет. И потихонечку пятится дыра под крыла. Вот уж действительно, моя моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милой.
останься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей, будем горы сосны. Там сквозь туман он краснеет кусочек огня. Ожидает, представьте меня, милая моя, солнышко. Что угодно, сейчас. Вот, сейчас, чуть-чуть, определимся. Никита, чай принеси, пожалуйста. А? Можно сейчас. Как здорово, ну, ты, что меня что все мы здесь собрались. Ура! Вот в связи с этой песней предлагаю Юрик. Да, ага, Юрик, тебе. И мне нравится. Я предлагаю вспомнить в этой песне как раз изгиб гитары всех, вот это, Юрик, как у бабы. Среди нас нет. Да. Кто хочет там с тостом, ага, тост без чоканья. То есть, вот можно начать в обратную сторону. Только что похоронили Печерского. Да. За неделю, за месяц до этого похоронили Аллу Федоровну Васильеву. Вот. Ну а дальше. Мы все пойдем. Да не, это Коль, не про то разговор. Просто да. А дальше просто. Те, кто бывал вот на этой полянке. Ну, Коля Хорошавин был, да. Шатков приходил. Это вот из тех, кого не было. Паша Дроздов появлялся. Вот это. Вот. Ну а так, из тех, кто вот здесь, как говорится, родственники этой половинки у Нины Андреевны, половинка и у Людмилы Ивановны уже нету. Это и Холмов Михаил Алексеевич. Я предлагаю присоединиться дальше. Двое внуковых. Кстати, сегодня племянница звонила, передавала привет всей нашей компании Людмилы Петровны, племяннице. Вот. Поэтому я предлагаю продолжить. Ножки поднимите, чтобы тепло. А? Кого еще уже среди нас нету? Я скажу, что у меня, короче, считал слова, как будто они все живы, здоровы и так далее, и так далее. Всех сегодня вспомним. Это не с нами, да. Это не сами. Это все вместе. Понимаете, мы, конечно, умеем вспомнить. Покойники жили. Но, на мой взгляд, это наши. Присутствующих, великолепнейших своих наших коллег. Это и Филистович. И не стоишь. Я могу назвать. Это двое Саранцевых. И Саранцев. Ну да, Саранцев. Двое уже, да. Вот. Поэтому, господа, и вернее, коллеги, я слову господину. Коллеги, да. Вот за те годы, о чем говорили. Боря проходит. А Маша, кстати, регулярно сюда ходила. Потеряли. Ну раз не вернусь, значит не вернусь. Давайте мы помянем. Где Загорович, ла война? Нет, не знаю. Так, еще кого вспомним? Mm-hmm. По Саварина. Это Старыгин. Старыгин. Я знаю больше. Вот это, в конце концов, Вера Николаевна. Горбачева. Так что, согласны? Да, Усковых двое. Усков,
Кудрявцева Бориса Печерского. Не будем перечислять. Давайте сегодня очень хорошая, так сказать, замена. Кудрявцев до него, да. Ладно. Они вот. А я чего делаю? Они чего не знают? Я знаю. Но... Нет, и поэтому я хочу сказать, мы будем сюда ходить до тех пор, пока будем ходить. Ну, спасибо тебе. Да, потому что здесь уже, вот Людмила Ивановна, помню, была уже сначала с внуком, потом была с правнуком. Вот, то есть... Дорожку туда протоптали Нашинский старший. Иван Яковлевич, ну сколько вопрос такого возникло? У нас сейчас Соточки, да. Конечно, таких специалистов, которые... Кстати, вон у Риты половина тоже уже. Вот мы, давайте... Нету. Я не люблю слово «придемся». Будем продолжать сюда ходить. Вот это пока будет родной поляркой. Полянкой. Там уже одной нету у нас. Ничего страшного. Они думают, что мы будем плакать, а мы будем улыбаться. Дело не в том, что нет той полянки. Дело в том, чтобы мы все постоянно собирались. Чтобы не забывали. Ваше поздравление. Без разницы где, без разницы как. Я так понимаю, ты печку топишь, значит? Кто? Людмила, раз микроволновка не пользуется. Печку не топишь, что ли? Она в квартире, что туда печь. Нет, туда печь. А как тогда без микроволновки, если... Зимний вечер, мороз стоит, печка топится, трава. Это лучше, значит, завести. Трещат? Нет, это лучше тебе, это же ладно. Каминчик, кресло, качалка. Костра. Ура! А где это? Она не знает, где завтра снова и дорога, путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного посидеть у костра, но волной набегать, прорвать с берега, а вокруг голубая. Голубая тайга, голубая тайга. После речки таёт.